Всем привет, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видеообзор на вот такое вот воздушное суфле «Пухлый кролик», вкус пломбира. Здесь нарисована такая мороженка, здесь 85 грамм, покупала его в фикс прайсе за 25 рублей. Так, давайте посмотрим состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, здесь у нас изготовитель, кому интересно. И давайте его откроем и посмотрим, что же у нас там внутри такое. Так, тарелочка нам понадобится. Они прямо такие, ой, мягкие, такие нежные. Тут прямо они на зайку очень похожи. Прям такие, смотрите, ушки. И вот тут прям вот маленький такой длинный, как пробельчик. Даже можно так сделать. И будут лапки еще. Еще и ножки вот так будут. Смотрите, похож на зайку? Похож. Здесь, кстати, вот на пачке тоже есть ушки. Вот одно ушко, второе. И сам зайка. Пухлый кролик. Очень мягкие. Пахнут действительно каким-то таким пломбиром. Каким-то таким мороженкой прям классненькой. Вот. И давайте попробуем. Вкус действительно отдает пломбиры. Такой молочной мороженки. Такой какой-то необыкновенно вкусный. Прям такой... Прям мороженка-мороженка. Такая нежно-сладкая, неприторная. Мягкая, спокойная, хотела сказать, как обычно. Такая прям вкусная, такое воздушное суфле, хочется кушать и кушать и кушать. Вот, их, кстати, можно также в цикори добавлять. Заливайте кипятком, накрывайте стаканчиком, вот этой тарелочкой. И потом они такие нежные, мягкие становятся, даже которые высохшие тоже можно. Вот, очень вкусная. Давайте еще попробуем. По два раза. Может, я сейчас что-нибудь еще там напробую. Возьму два. Очень вкусно. Хочется есть и есть. Прям нежный такой, мягкий, нежный. Чуточку сладенький, ароматный такой. Мне понравилось. Кто пробовал, напишите обязательно свои отзывы под этим роликом в YouTube. Мой канал называется Art Mania. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги. Как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся, моему сыночку 3 годика. Также обзоры на продукты из фикс-прайса, обзоры из светофора, победы магазина, разные вкусняшки, сладости, консервы. Все эти обзоры я делаю для вас, чтобы вы выбирали качественный товар и тратили свои денежки, только покупая именно качественные. Не просто какую-нибудь фигню. Потому что продукты бывают разные. За то время, сколько я сделала обзоров, я повидала много непохожих на себя продуктов. Вот также на моем канале есть кулинария, фоны, живопись и еще много-много всего интересного. Обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик, который выйдет уже завтра. У нас все ролики выходят каждый день. Ставьте лайки, 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 все это для вас я делаю. Пишите свои отзывы под этим роликом, комментарии. И всем пока-пока, с вами был канал Art Mania.